сам ты так понял, да? Обозвал меня душным. Я помылся, какой я душный. Mm-hmm. Ты чё? Приехали к лимончику, лимончика нет. Лимончика нету. Да, ну ничего, я сейчас за Майкой поеду, у нас же один мотоцикл. А меня бросит здесь. Mm-hmm. Даже к охранять, собачке. Охранять. А там открыто у него, по-моему, собачка внутри сидит. Mm-hmm. Но мне как-то не полезу же я к нему, правильно? Правильно. Смотри-ка, он как спилил, я не заметил раньше. Так, девчонки готовят. Димочек ждет меня пить пиво. Ага. Вон там стоит ящик с пивом. Вон такая рабака с Женей и с Юрчиком. Let's pray. Ready na, mag-ampo na ta. Sige, prayer. Перекрестный огонь. Так, сейчас поедем на горячие источники. Надо взять немножечко с собой. Выкинь пустые, ящик забирай. Все, батя уже под шофе. Сам ты под шофе. Под шофе. Не под шофе, я пиво пил. Ага. А то ты не пил нифига. Нет, что? Юрчик тоже не пил, да, Берёчек? Так, все, хочу лазик сюда пригнать. Юрчику нравится. А сейчас поедем на горячие источники. Давно не были. Больше сколько? Трех лет? Ну, мы не копались, наверное, в горячих источниках. Мы еще не были. Более трех лет. Их завалили, да? Нет, да, мы, да, были, уже... мы были, там стало кисло, и мы уехали. Неприятно, конечно, удивитесь. Жуткое время. Сейчас лучше стало? Нет, хуже стало? Ну, как хуже? Там эти все... Ванны, которые были, все завалены валунами. Самая опасная дорога. Толпой посложнее. Все, приехали на Баслай, горячие источники. Раньше батя сюда постоянно ходил. Постоянно ходил. И даже с Матильды ходил. На, красиво. Мы раньше здесь постоянно ходили с батей. По тем горкам ползали. Там небольшая кофейная плантация есть. Плантация сайоты. Это чайот, такой овощ зеленый, вот, вкусный. Вот, и мы с ним раньше постоянно здесь ходили на горячие источники, вот так вот спускались. Вот, и прям в джунглях там горячие источники. О, что это такое? Гусеница. Гусеница разве? А. Она как будто тут живет. Гусеничка. Вон, смотри. Красивая. Или это не гусеница? Гусеница. Столько вал. Вот кажется река, да? Она очень, не знаю, градусов 50, наверное. 50-60 градусов река. А-а-а. Прям горячая. Посмотри, как батя пройдет со своей ногой. Сегодня воскресенье, он еще будет приходить. О, пошел. Агапон. Да, вот здесь раньше можно было купаться. Прям здесь. Здесь сидели, обычно списали. Такие мини-бассейны были. 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Сейчас все. Это все тайфун виноват. Давай, тут нормально горит, не горит.
Все, посидели в горячих источниках. Да. И батя тут нашел какую-то красоту. Да, она похожа на виноград. Смотри, даже лист на виноград похож. Но это не виноград. Все, Димончик вот нам тут расселил. Будем спать с Карабакой. Ой, и с Димончиком. Димончик здесь будет спать. Я буду на диване. Мамы с детьми будут на большой кровати. Мама с детьми там. А Юрчик с нами будет спать? Трамполин. С нами будет спать Карабака. Да, Карабака. Карабака обычно тут на диване спит одна. Королевный. Как королева. Утро начинается с кофе. На света. С кофе. Вот она, кофе. Здравствуйте, необъятные слова. Сегодня ветрено. Вот. Ну, по крайней мере, дождь не идет. Так, Димончик нам притащил пинат баттер. Моя любимая. Пинат баттер. Все, бате попал пинат баттер. Сейчас он его съест весь. А не смотри на меня. Я хлеб с маслом не ел уже года 3, наверное, да? 2-3. Я не помню, когда я ел последний раз. Сейчас в хайпермаркете еще сыр не дорогой вроде. 200 песо. Кусочек сыра. Вообще. Вот отсюда очень красивый вид на гору Монталинис. Вот. Батя уже пошел. У нас колесо пробило. Не пробило, а просто не. Как это называется? Ниппель. Ну, короче, проблема с колесом. Вот сейчас пойдем в вулканайзинг. Надеюсь, у них есть камеры. Приехали домой. У нас сегодня очень хорошая видимость, прям вообще красота-то красота. Пару дней дымка была, а сейчас вообще все четко видно. Блин, мне все надо там почистить, а я все никак руки не доходят. Тот фруграсс, который там оставили, он все уже больше не это самое, не живой. Тот, который внизу, нормально. Этот все. Мальчики, животик болит. Так, вот наш урожай. Это вот у нас здоровые арбузы. Вот. Сейчас посмотрим, что там внутри. Воу, very nice. Wow, смотри. Juicy. Juicy. Can I? Yeah. But be careful to eat it. Why? I don't know. Try. Тера. Мм, sweet. Вау, so nice. Why is like that? Look. Короче, вот наши арбузики вот такие вот здоровые, вкусные. Этот вообще червивый. Этот неспелый. You cannot eat this. Не, ну. Да, лучше вот не сажать с этих косточек. Батя с косточек посадил, которая вот там вот тогда выросла, как дикая, типа. Вот. И она все меньше и меньше становится, как бы. Надо нормальные сажать, но и не здесь, потому что у нее вообще никакие. My careful to eat. Why? I maybe there's something. No. А может там черви, вот как здесь, например. Короче, вот здесь черви. Сейчас попробуем. Хотя очень сладкий, но маленький. Фу! Где-то пахнет, а не дают. Я сердитый прямо тут. Я котейка. Пип. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Куда-куда-куда. Thanks.
Сегодня у нас на ужин будет это кукурузная каша, типа мамалыга, но она просто так. Вот, мамаечка у нас тут веселенькая такая. И вот лечен манок. Мы сегодня решили купить, чтобы не готовить, потому что достаточно поздно приехали, да? И потом еще устали, спать легли. Хоп сюда. Ну, так. Как твой палец, пап? А, нормально. А, уже все, да, снимаешь, да? Я уже снимал. Мы же купались сегодня. Вчера в горячих источниках. В горячем источнике сидел, да. Ладно, мы будем ужинать. Вам тоже приятного аппетита и всем пока. Сидим с Бадей, пьем кофе. И тут у нас надвигается дождь. Но успели притащить немного дров. Батя собирает остатки. Вон там, смотрите. Мы прям смотрели, сидели, смотрим, придет сюда, не придет прот этот. Вышел. Мачка еще спит. Саша бесится. Саша купирует его. Хочет быть грязным. Троечник посидит. Холодно? Что-то резко так стало, холодно. Что-то стало холодать, не пора ли нам попить кофейку. У нас там еще осталось? Осталось. Я вот попью. Маечка взяла бы тоже подожди. Петрович. Лаван. Побежал домой. Мое самое любимое, наверное, блюдо. Вот, ну что, едят обычно филиппинцы, да? И только твое. И не только мое, от Петровича тоже. Он прям не может успокоиться. Да. Это инун унан. Вот он. Я уже много раз говорил, как его готовить. Готовить типа в уксусе с водой. Вот, и еще хорошо, его можно так оставить на 2 дня, его есть можно. И с камоте, обязательно с камоте. С рисом тоже вкусно, но вот sweet potato, сладкий картофель намного вкуснее. А тебе как вкусно нравится? Очень вкусно. Я тоже люблю. Как кот. Его уже 2 раза утра кормили. Кот, ты чё? У него инстинкт такой. Мы когда начинаем есть, вот и вот когда он так вот слышит, все. Ну он уже 2 раза ел сегодня, с утра. Причем сейчас не обед, сейчас утро. Сколько ты его раскормил сегодня? Ну если не считать то, что он 2 часа тоже поел, то 3 получается. Ну всего 3. В 2 ночи, когда он меня разбудил, мяу, я пошел на улицу заодно и дал ему поесть, потом он утром встал, поел, потом смылся куда-то, еще выпросил, и сейчас вот просит, ходит. У него харя уже шире моей, раза в 3 стало. Посмотри, Наташу, иди, козел, не получишь. Покажи мяу, Петрович. Всем привет! Я вчера особо много не снимал, потому что приболел. Мальца, у меня живот болел, ну просто недомогание такое. Вот. Маечка у нас сегодня вся в работе, там копошится, хочет костер сделать. Вот я вчера поработал, там так и бросил все. Надо будет сегодня хоть убрать. А, кстати, мы сегодня еще купили рамбутан, давно не ели. Решили взять бати. Но это не наша любимая махарлика, это скорее всего просто другой сорт немножко. Рамбутан, но другой сорт. Не махарлика, а другой сорт. Yeah. Батя, кстати, тоже приболел немного. У него шея болит. И тоже недомогание.
быстро зарастает здесь все. Я вот буквально, может, недели три назад чистил здесь тропу. Может, раньше даже, две недели назад, может. Скоро будет огонь. Пойду. Better here. Какое прекрасное тихое утро. Я опускаю глаза и ужасаюсь из того, что натворила моя барбосина. Вот чего вот она там ищет, я не пойму никак. Ну, просто это барбоска, и им хочется рыть. Землеройка. Ее бы рвение куда-нибудь на поле применить, было бы шикарно. Заросли мои ананасы. Да и бог с ним. Пускай зарастает. Мне сейчас не до этого. Хочу выгнать ребят из дома хотя бы на полдня. Хочу покрыть еще на раз лаком пол. А потом полезу на крышу. Нога прошла, уже не болит ничего. Вот. Здорово. Все хорошо. Комочки земли прям сюда летели. Да, как при поносе. Против ветра на 3 метра, не считая мелких брызг. Так и от ташки летит из-под копыт грязь. Вот же коняра ты быдымская. Сижу, любуюсь, впитываю в себя все это, красоту филиппинскую, настолько сильно впитываю, что даже уже рис ем просто с кетчупом, настолько он мне нравится. Обычный кетчуп, этот вот похож на маринованные помидоры. Помните, были такие ассорти? Венгерская. О, такой же вкус. Еще и банановый туда добавил. Этот немножко, как бы сказать, поострей. Острый такой, перца побольше, но и слаще немного. А этот с кислинкой, в общем, получается такой оригинальный микс. Короче, это я могу назвать недоделанный плов. Мяса нету там. А так нормально. Поэтому говорю, что офилиппинился совсем. Хлеба даже не надо. Риса достаточно. С кетчупом. Сегодня прекрасная погодка просто. Валите нахрен отсюда. Надоели мне уже. Батя, я буду сегодня делать что-нибудь или нет? Пришли тут, намутили нахрен. Жрать не стали мой подгоревший рис. Угу. Валите отсюда. Я попросил вас свалить отсюда. На полдня хотя бы. А если по-серьезному? Ну, если по-серьезному, то мне надо покрасить. Угу. Вот. И попытаться залезть на крышу, если меня не смоет дождем. Ну, вот. Сегодня обещали дождь. Если будет дождь, не забежать. Да, ну, мы с мамаечкой поедем сейчас в город, там Фиеста. Ой. Фиеста? Да. О, какие хитрые. Все, приехали в город на Фиесту. Куча народу, все продают вещи, какие-то вещи там, фрукты, овощи. Вот, на той стороне еду можно купить уличную. А мы с Маечкой идем в церковь. Thank you.
еще раз курю, ну, снимаю шероховатость после первого раза. Ну вот, закончил я, не кончил, закончил я малевать пол, влил на него 1 литр краски, лака. Видите, матует. А почему? Я могу сказать. Это второй слой, и я его делал тоже с растворителем, грунтовкой. Ну, меньше уже было растворителя, потому что когда я сдирал вот эту вот шероховатость всю, ну, оголились участки, поэтому пришлось еще раз пройти. Вот растворитель, естественно, на прежнее покрытие влияет не совсем хорошо, поэтому все матовое. Ну и бог с ним, сейчас подожду немножко и уже чистым лаком покрою на последний слой. Я надеюсь, как бы мне не пришлось еще раз поливать лаком. Ну вот, видите, какой результат дает борьба с аутентичностью, как я говорил ранее. Красиво, да, эффект мокрого пола вообще мне прям нравится. Я помню, как я голиком с песочком хреначил половицы, мыл пол таким образом, он был такого соломенного цвета. Это было так интересно, было так приятно. Кстати, в армии мы тоже такой хренотой занимались. Каждый месяц очищали, отдирали, потом опять красили, потом мастичили, все это натирали, все это блестело. Блестело, как бляха у солдата. Ну вот, такой результат. Хорошие новости. Нам починили мотоцикл. Мотоцикл. Вот он стоит. Но мы его еще у домодеда повезем, чтобы до конца дочинили. Вот. Что-то они не стали нам делать. Вот здесь тормоза не очень хорошие. Надо будет починить. Вот. What did you do with the lizard? Don't do that, Petrovic. Oh my god! It's the end. Петрович ловит здесь у нас ящериц. На, мамочка, не нравится ящерки, а у нее сразу рвота начинается. Вот, зачем ты убиваешь ящериц? Давай, иди лови этих самых крыс, не ящериц. Сейчас поедем стираться, убираться. Батя, не будем трогать. Сейчас, правда, посмотрим, что он там делает. Вот, лизард. Вау. Батя наводит красоту. Посмотрите на это. Вот так происходит все за кулисья у бати. Я тебе это привез консервы для Ташки, Петрович. Все, мы тебя не трогаем, мы поехали стираться, убираться. Петрович! Куда убираться? Это самое, стираться. Да, стираться. Стирка. А, стирка. Эй! Вот так. Пришли на наше любимое место. Сейчас будем купаться и стираться. А, я еще, кстати, маску взял, хочу понырять, посмотреть, что на дне. Где-то тут. Новый сизер Тайсо. Да, можно встретить красивых земноводных всяких. Ну, короче,
всяких змей, ящериц, черепаха, по-моему, бать там видел. Вот, много интересного здесь. Вот и красота-то красота. Thank you.